А, И боже. всем привет! Давай. Вот мы вернулись в Subsistence. Все-таки еще раз хотим попробовать потренироваться на кошках. Ах. Рядышком. Давай, давай, давай. Сейчас он подойдет. Почти попал. Пусть он встанет. Ушел. Так, так еще вот один. Этот уже не упадет. Из каски. Да ты посмотри на этого козла. Он блин. Еще на жопе катается. Сдвинулся по жопе, не говори. Ну что ты носишься, тюлень? Здорово. Встань! Я промазал, если что. Я промазал. Если что. Да ты посмотри, пока я прицелился. Блин, он мне в лобешник закатал. Я услышал. Ну и я ему закатал. Тут ты мудила. С нижнего Тагила остановись. Так как... Все, упал. Блин, я в мертвого стрельнул. С десяток стрел, блин, просто это самое. Просадили. Собирай стрелы, пока есть. Пока не исчезли, блин. Вот тут, смотри, вот еще да лежит. Да я не помню. Вот. Да мы их расстреливали, я расстреливал во все стороны. Промахивался. Я во все стороны их пулял. Ну да, тут да, мы немножко. Блин, у меня жизни нет ничего, нифига. Где-то есть еще. А, вот она. О, еще одна. Еще одна. Так, 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 ты уже там так увлекся. Да, да, я смотрю, так и понял, что сейчас мне прилетит. А вообще-то мог бы и стрельнуть. Еще аптечку применять? Не, надо аптечку применять, иначе не выживешь. Сейчас их трое подойдет. Да тут по шляпе. Блин, он плывет. Неудобно. Было так близко. Да блин, там поймешь, они носятся как сумасшедшие, то идет, то сидит. О, есть, попал. Пусть сейчас прибежит. Так, сволочь. Упал. Ой-ой-ой. Ё-моё, это твой черепок раскололся? Да. Ты еще живой? Живой. Твой черепок раскололся. Зараза. Да. Да ты, блин, тюлень здесь может. Все, упал. Отлично. Ну, он меня опять кровь пустил, зараза. Ты тут поснимай. Тут все в крови. Все в крови. Ничего удивительно, две женщины. Это кошмар. Весь пол в крови. Так, стрелы, стрелы. Вон, вон, еще одна впереди. По курсу. Ага, пробежал. Ладно, я подниму. Так, где-то еще в кустах, по-моему, были. А, вон. Так, пошли смотреть, что у них там, как жизнь. Угу. Что это? Все-таки мы пятерых убили. Все-таки да, с помощью одних луков. Ой. Превосходящего противника. Волчик. Ты где? У меня 14 стрел. Я к тебе бегу. А, вижу. Там волчик просто. Обходим. И тут, а, это кролик. Но я сильно испугался. Ты ж чувствуешь, как я испугался? Да-да-да, я ж сзади бегу. Опа, а там Мишка. Мишка. А как же мы пройдем? Я зато... Мне отдохнуть надо. Золотое правило игры. Выживание. Устал? Руби дерево. Так, ну чё, наверное, на следующий день, может быть, возникнет третья база. Возможно. Так, ну внутри-то есть этот барбос? Да, не знаю. Да есть, есть. Но... Признаков жизни не подает.
Он стесняется. Угу, боится. Вот через щелочку можно смотреть. Ну, блин, очень маленькие щелочки. А вот отсюда нельзя запрыгнуть? Да вряд ли. Это можно. У них там еще ничего нету даже. Не-не. Слишком высоко. О! Лучок. О, да ладно, еще и лук дали. Цельный лук. Я его придержу пока. Нет там никого, наверное. Или он сидит на картах. Молится. Возле BSU. Ну это вряд ли отсюда, да, допрыгнуть? Не-не-не. Вариантов, по-моему, нет. Ну вообще не знаю. Соседи, открывайте. Так, ну ладно. Ой. Мне соли надо взять. А где волчик? Не знаю. Я тоже не знаю, но где-то рычит, падла. Значит, где-то за пригорком. Ну, не вижу. Вон, впереди. Слева, слева, слева. Я справа. А, вон, внизу он, в яме. Ага. Ой, блин, на меня. Вот эти есть. Ну ничего, я сейчас ставлю на этот вот. На площадку, и он перестанет за мной бежать. Да? Ой, просыпайка. Ах ты ж падла. Ёпкарасотейка. Волк? За кем волк? Нам трудно. Тут волк, там зараза стреляет. Ой-ой-ой, как я не попал. Сейчас, и с этой стороны. Волчик, уйди отсюда. Ты где-то тюлень? Да он вниз прыгнул. Ой! Попал. Блин, зря ты, он так хорошо головой стоял. О, это мы, наверное, можем достать. Ну, я помер вообще-то. Блин! Все, Макс, жди меня, подожди. Ну, я пешком иду. А то сейчас опять зарядят нам. И у меня, кстати, тоже не так много хпшки. У меня вообще хпшки нет, как оказалось. Он мне в голову прописывает. Ну да, поэтому ты так быстро и заканчиваешься. Вот он. С луком. Ух ты. Ага, я успел забежать. А он у тебя наверху уже? Да-да-да. А почему я в голову не попадаю? Я ж точно, блин, стреляю так в голову. Какого? Отлично. Блин, далеко. Ну да. Успел? Падал, он кровь пустил мне. Сейчас помру, придется бинт пользовать. Пользуй, конечно. Сука. Сучонок, я же испугался. Блин, не взял. Как ты достал уже, блин? Вали отсюда, шавка драная. Блин, и курица сгорела из-за тебя, козел, блин. Скотина. Ну не смог я взять. Все, вали отсюда, вот, сутулый. Так, что у нас с этими? Что у нас? ХП нет нифига, вот чего. Да что я за придурок такой? Курица? Ты смотри, я не загорел, я это, не заразился. Так это отлично. Я съел эту рыбу. Да, значит, все-таки процент остался не заразиться. Так, ну что, побежали сейчас, за топорами. Сейчас, курица. Я хочу пожрать, потому что у меня ничего нет. Ой, кто это по мне стреляет? А, это ты стреляешь. Ты хочешь дверь ломать? Нифига себе, конечно. Ну тогда я ставлю мясо жариться. Да ты, блядь... Да он уже достал этот волчик. Так, я понял, застреляй, а ты поверху стреляй.
Да надо топоры делать. У тебя есть какой-нибудь материал? Там их сейчас все стрелы. Один скраб только. Один скраб, а надо 4 скраба. У меня тоже только один. О, это тут еще ломать и ломать. Они вроде по 3 дают, да? Да, ну тут через раз, блин, стрела ломается, вот эта вот фигня, конечно. Так, по 3. Может, стрела будет еще в этом сундучке? О, ну как минимум ягодка, за это надо было идти. Не, короче, за гранатой надо бежать. Гранаты? Я тогда помчался. И это, возьми обязательно металл. Чтобы топоры сделать? Не топоры, а ключ сделать. Ну, если у них печка есть. Должна быть. Ну, не печка, а плавильня. Я понял, понял. А ты записываешь вообще? Ну, сейчас паузу нажму. Да, понял, да. Должен в лифчик заскакивать. А, ну давай. Аж видно. Не. Ну, не совсем лифчик. А вот ты с другой стороны зайди. И, возможно, оно прям у тебя прям вот в плечо заскакивает. Тебе через плечо пролетело. Оно рандомно, в принципе. Летает. А. То в штаны, то в лифчик, то за спину залетает. Так, опять волчик. Там он уже заколопесил, этот волчик. Кстати, вон есть этот вот ящик прямо возле нас лежит. Закрытый. Так я же и говорю, что тут до хрена. Хрена чего. Но только не это самое. Не профукайся. Ну. Нормально. Провалилось. Меня так качает, это ужас какой-то. 85 осталось. Давай, сам. Давай. Так, сохраняемся. Я начал запись. А нет никого. И печки нету, зараза. Да, он только металл брал. Так, 3 бруска. Обалдеть. И бруска? Угу. Это ж хорошо. Ой, блин, застряли. А ты там забрал этот? Да. Отлично. Еще я забираю туда все, да? Конечно. Оп. Патронов целая куча, которая нам ни к чему. Ну да. Ну, самое главное, 3 бруска, мы уже спокойно можем сейчас какую-то грядку в свет превратить. Да. Со светом сделать. Там кошачьи разве не нужны волокна эти? Ну так, кошачьи что, сейчас быстренько платформу и побежали рубить кошку. В чем проблема-то? Так, что там попить надо? Воды, о, надо попить. А теперь воду еще и приготовить надо. Неужели ягодка? Да ладно. Это ж ценный ресурс пока у нас. Все, надо, блин, бежать. Мы без стамины. Слушай, мы охотников уже второй раз скрываем, получается. Мы не оборзели? Правда, стрелы кончились полностью. А, у меня 20 штук есть, давайте я десятку дам. Где ты? Да, сейчас побегу. Где я уже почти добежал? Да куда, до дома? Угу. А, хорошо, я тогда сбегаю на ту сторону, все-таки хочу посмотреть, что там за костер был. Ну как, что? Ну, бомжи там и не бомжи. Бомжи, или... конечно. Ну, бомжами тяжеловато. Да ну. Ну их 5. Этих видишь мы 3, 2, как бы. Но мы их там прекрасно. Половину убили. Блин, чуть не поймал зайца. Ну-ка, давай, всплывай. Ить. А как там говорили, боком выходить? А! Не, выходит, ну, лучше выходит. Да лучше, ну не всегда. Ну да. Ой, блин. Где моя ягодка? А топор-то у меня на самом этом, на огрызочке. Ну, на один удар. Ну тебе не надо ничего бить.
Нет, так я сделаю лучше новый на всякий случай, пускай будет. А что, двумя руками не забить? Двумя топорами. Щелк-щелк-щелк-щелк. Ты еще скажи, почему ключик нельзя от двери сделать? Ну да. У охотника взял это с карманчика. Сделал дубликат. И ходи каждый день к ним в гости. Ну, через день, то есть. Да забирай все. Курочка, стой, стой. Опа, картончик. Картончик. Ягодка. Лучше помидорчик. Есть, отлично. Помидорчик, да, но пока надо ждать. Пока мы их не размножим много. Потом будем шиковать. Сейчас мы бомжуем. Сегодня мы с тобой бомжуем. Бомжуем. Так, вот здесь вроде как костер горел, если я не ошибаюсь, где-то вот за этим камушком. Заодно сейчас и стаминка немножко накопится, то я что-то... Бабах! Нашел! Да, хрусть! Макс, нашел! Так, ну здесь пока ящик... Это как, помню, ерунда. Ну, в танчике еще лет, наверное, 5 или 4 играл назад. Ну, там... Картошку? Самое начало, да. Самое начало было. Ну и, короче... А, на БТшке, по-моему, я ходил. И, ну, короче, я уже там не помню, какая же там карта была. А, вот там, где, ну, короче, я уже не помню, как да, это называется. Да, я тоже уже ничего из них не помню. Ну, в общем, смысл в том, что надо было посмотреть, не прорывается ли кто-то по какому-то там направлению. Угу. И мужик один мне пишет, БТшка, посмотри, как там дела за скалой. Светони, типа. Да, не светони, а посмотри. То есть ну, не посмотри. Надо просто высунуться и все. А БТшка, она тем более с горки, скорость-то большая. Угу. И я, знаешь, на полной скорости так лечу, а там после вот этого пролета следующая стена. То есть, ну, достаточно там, не знаю, 30 метров пролететь, и ты уже за другой стеной. Никого нет, значит, это бомжи, блин. На полной скорости, короче, лечу. Угу. Только выхожу, в меня что-то, ну, штук 5, ну, такое впечатление. Как... Насували сразу. Насували, блин, это нифига себе. Ну, и я и пишу. Я посмотрел, тот, да я вижу. Да-да. Зато сразу узнали, есть там противник или нет. А там, ну, как раз высветил что-то, ну, там, я не знаю. То ли 3, то ли 5 танков было. Нифига ты эту морковку не пересадил. Как? А. Да так. Это было, черт не знает когда. Так это было в прошлой жизни. Да. Притом это я ее сажал. Бляха. Давай, 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 давай. Лучок скоро подсозреет. Мы сейчас ему поможем. Морковка и месси. Ну это еще. Надо удобрение подсыпать. Подсыпал уже. Ребятки ж мне помогли с удобрением, да? С удобрением. Ну, с пеплом, так скажем. А пепел нам больше нигде не нужен, поэтому. Ну, да. Нормально. О, ягодка отличная. Так, что там у нас по стрелам? По стрелам, по стрелам. Надо сделать палочки еще. Так. Так, я перехожу на другую сторону. На темную сторону. Луны. Ох, только что прям хорошо получилось. Так все видно под водой. А что это здесь было? Мне показалось, как будто что-то было. Блин. Я, по-моему, возле входа этого в пещеру. Ну, рядом где-то. Так, а что у меня тут? Волчик. Ягодок нету. Это что? Это, по-моему, он... Да, и ракушки аж две штуки. Ох, очень ты, глубоко. Уже время. Да, да, уже скоро день закончится. Я уже начинаю стопы править домой. Давай. И, наверное,
День или два осталось до появления, ну, скорее всего, еще день пройдет. До появления третьей базы. Что это? Кто это? Это не ты там на берегу сидишь? Нет, я забежал на лестницу. Охотник стоит, рыбачит возле нас. Ты смотри, ну как возле нас? А какой? Бомжарик? Да, бомжарик, походу. Ну, там же эти, скорее всего, не исчезли, которых мы да, хотели. Да, вон их не костер горит. Назад пошел, ладно. Не, ну опять поздно. Тогда. Даже если мы перезайдем, мы их не успеем разложить. А, у меня и стрел нету. Ну, у меня есть, я их вам делаю. О, точно, надо же стрелы хоть поделать. Я просто курочку споймал, у меня еще было вроде с собой. А, я же две курицы поймал, правильно. Мишка топчется. Опа, стреляют. И хорошо так стреляют. И по мне стреляют, да? Нет, не по мне. А ну-ка, я одним глазком. А я одним глазком. О, сколько они уже стреляют, ничего себе. Бабах, бабах. Ё-моё. Чё это они там делают? Может, их волк поубивал уже всех? Сидят, паскуды. Но их меньше стало. Ой-ой-ой. Да, все-таки они кого-то завалили, но один ко мне пошел. Их трое осталось. Насколько я успел заметить. Но они исчезнут. Ну, если только сейчас... Да, блин, тут еще и медведь, блин. Угу. Все до кучи. Но я его, конечно, могу сейчас отвезти на платформу верхнюю. Если не помру, конечно. Потому что стамина... Ой, это волк. Уходит. Да там у нас два волка. И сейчас, медведь. Сейчас я стаминку подкоплю и побегу. Так, медведя я увел. Я вижу, ты побежал. Ну-ка, пизда, быстрее. Ты же медведя убил? Хорошо стоишь, Мишка. Ты убил медведя? А? Медведя убил? Убил. Я веду волков. Нахрен они мне не нужны. Опа! Собака ну да, убежала. Да. Как оно и было. Всегда. А где там медведь еще зарычал, ты слышал? Или мне показалось? Это, наверное, волчик. Ой. Ой, ягодка была. За тобой волк пошел, Вакс. Да я знаю, но там ягодка. А он убежал, отлично. Так, мне бы руки помыть. Ну, у нас... Есть место. Бассейн. Да, природный бассейн. Так, ну чё, две у нас, по две морковки есть. Кстати, у нас ткань появилась эта. Мягенькая. У нас, как обычно, всего... Три штучки, правда, но есть. Ну, у нас вон, пожалуйста, делай, сколько там еще. Не помню, 7-15, 5 тканей мы можем сделать. И я еще один нашел. Так, меня металл туда возвращаю на место. Да, рановато мы. Пошли за металлом. Ну, а что они там бегают? Ну да, действительно. У нас много, так. Ого. У нас уже пороха второй стак пошел, никогда столько не было. Офигеть, 24 патрона на винтовку, 19 на дробовик. Витамины под ногами лежат. Мне бы мясо вообще-то не мешало бы поесть. А я мясо вроде кинул. А, печень кинул, по-моему. Печень? А, да, я что-то там еще, а я курочку положил. Да. Так, ну курочку я съем? Ешь. Все ешь. У меня полно. О, отлично. У нас еще один тоник появился. Ему 7. Уже 8. Тем более. Тоников. Вот и хорошо. Так, что тут у меня еще? Там мясо с это, сготовилось мясо.
Патроны лишние. Так это витамины. Да, звучит так, как лишние патроны, да, Макс? Ну да. Обычно мы их никогда не хватает, а тут еще излишек появился. 4 бинта. Так, ты ешь эту печень-то. А, ой, еще не хватало тебе нога на голову. Ты сквозь меня прошел. О, ну что-то 68 стамины стало. О, рация. Что-то я не обратил внимания. Кстати, бомжей можно будет искать, у нас же есть рация. Ну, у меня 22 стрелы. У меня 20, то ли 6, то ли 8. Не пойму, 8, по-моему. Ну, как бы бомжи нам не особо интересны. Чё, блин, да где-то делся. Ну что ж, нам, да. В принципе-то уже пора завязывать видео. Оп. И, возможно, скоро появится третья база, может через день, может через два. Может быть. Надо будет поискать ее. Ну, я, наверное, там в одиночку, когда время будет, поищу. Побегаешь. Чтобы мы уже, да, определились. Идеально. А может день не пропущу, если они на следующий день. А если будет три дня нифига, то и... Ты нормально. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.